Всем привет, ребята! Вы попали на мой канал. В этом видео будет пранк над Виталиком. Пранк достаточно интересный, но снова же я переживаю даже немножко тут. Пранк заключается в том, то что типа пишу не я, пишет какой-то человек, но это не я. Короче говоря, придумаем, что сделать с этим. Не знаю, как он отреагирует на это, но надеюсь, что адекватно. Короче говоря, начнем. Всех безумно-безумно люблю, буду рада вашей подписке. Мы начинаем и посмотрим, как он отреагирует на такую новость. Итак, напишем ему, типа... Привет. Это будет сейчас такой бред. А чё он ничего не пишет? Я еще не начинала пранк со слова привет. А он написал. Ой, господи. Он мне еще предлагает. Кто ты? Давайте так. Никак. А кто? Он уже по привычке, типа, как ты? Ну, потому что я ему часто пишу, как ты? Я говорю, кто ты? Я. Ты. Мой. Вряд ли. Не знаю таких. В конце только скажу, что это типа это не Настя, там тра-та-та. Ну да, не мой. Так а кто ты? Говори. Виталик, наверное, сидит и думает, господи, что за бред происходит вообще? Догадайся. Не знаю. Это смешно, я не знаю, мне кажется, он сидит с таким лицом, я просто его представила, мне даже стрёмно стало. Знаешь, это не Настя. Давайте так. Вот так вот. Типа, это не Настя. А кто? Боже, почему мне так смешно? Что делать будем? Разберемся. Кто есть? Кто? Какая Настя? Господи. Я уже картинку придумала, превьюшку к видео. Хотя это бывает редко, чтобы так сразу. Ну, говори. Признавайся. Кто ты? Бубная, блин. Обычная. Интересно. А я не Настя. И не Виталий. Вот так вот. Ой, боже. Это бред, да? Пранк вышел из-под контроля, но это смешно. А кто?
Когда-нибудь я об этом скажу. Господи, какой бред, ну смешно. Вася, да, пусть будет так. Боже. Ой, не могу. О, угадал. Да, прикинь. Вообще, с первого раза. Ничего против вас не имеем. У меня был кот Василий. Да. Это точно. Так. А кто ты? А кто такая Настя? Господи. Ждем. Когда напишет, ждем, а далее мы отправим. Ладно, это пранк. Ой, господи. Все, хватит, это пранк. Успокойся. Ой, не могу сейчас, София. Хватит. Блин, он не дает закончить. Все. Короче, ребят, на этом пранк закончен. Спасибо всем огромное, кто его посмотрел до конца. По-моему, он был реально веселый. Мне понравился. Поэтому всем огромное спасибо за этот просмотр. Ставьте пальчик вверх и подписывайтесь на мой канал. Я буду безумно вам благодарна. А также пишите свои комментарии. Я их всегда читаю и все идеи замечаю. Всех люблю, целую, моя. Пока-пока.